Здравствуйте, мои дорогие, любимые садоводы и огородники. Ну, давайте замораживать овощи на зиму, потому что зимой откроешь морозильник, а там чего только нет. И перцы, и морковь, и горох, и капуста цветная, и кабачки, и патиссончики. Бери по горсти всех видов овощей и варим чудесный, витаминизированный, питательный суп. Итак, чего мы и как правильно, вот, ну как я замораживаю, я не знаю, вы тоже замораживаете овощи, но я по-своему. Ну, например, вот беру цветную капусту. Вот, цветную капусту. В этом году у всех капуста выросла. Мы ее очень много поели, я уже ее наморозила, вот остались последние головки цветной капусты. И как ее правильно нужно заморозить. Итак, значит, кочерыжку срезаем. Срезаем кочерыжку вот таким образом. И делим, ну, конечно, вот таким. Так, и режем вот на эти вот такие букетики. Можно эти букетики разделить еще вот так, поменьше букетики. Вот смотрите, раз. Вот сейчас я ее быстренько приготовлю. Да. Вот видите, как они сами прямо ломаются. Вот они, все вот эти вот соцветия, букетики, я их называю. Вот, настоящий букетик, видите? Вот здесь вот, видите, плодоножечка такая, но она съедобная. Она очень ведь беленькая, хорошенькая. Вообще, головки выбирайте чистые, чтобы не повреждены слизнями или там улитками. Вот таким образом. Раз, видите, очень быстро. Вот эту работу заморозку делают очень быстро. Можно за день столько наморозить, что не хватит и холодильников. Так, все, весь мусор убираем. И вот эти все букетики берем в дуршлаг и промываем водой. Допустим, мы промыли. Надо обязательно обсушить на белой ткани, разложить и подсушить минут 20, чтобы они были такими, ну, как бы сухими. Не надо ничего замораживать мокрым. И берем. Я вот просто, знаете, беру вот эти вот пакетики обычные, укладываю. Ну, вы знаете, я укладываю понемногу. Не надо сразу весь все в пакетик. Ну, вот так вот. Мне хватит, например, ну, у кого какая семья, даже и большая семья, нужно помаленечку. Вот так вот завязали. Маленькое отверстие сделали, вот так проткнули. Так, остальные сейчас. Вот так. Очень быстро. Знаете, зимой варить из морозильника цветную капусту в суп добавлять. Это такая вкуснота, можно просто отварить вот эту капусточку, отварить, потом добавить сметанки или масло сливочное, посолить, ну, кто-то любит поперчить. И так вкусно. Это же диетическая пища. Это необыкновенная капуста замороженная, очень вкусная. Вы видели, продают в магазине, но там она не беленькая, а у вас такая беленькая, и вот так. И все, воздуха дали. И бросайте. Вот таких пакетиков можно приготовить 20, 30, 40, 50. На всю зиму. Теперь дальше, что я еще замораживаю. Я очень люблю замораживать кабачки. Никто никогда их и не замораживал. А я промыли кабачок, разрезали на кружки. Вот так вот. Я их не очищаю, потому что вот эта скорлупка, как кожура, она очень питательная. В ней очень много клетчатки. И посмотрите, вот что значит партенокарпия. Партенокарпия, как вы видите, внутри нет семян. Просто отголоски какие-то. Смотрите, какая мякоть белая, сочная, вкусная, прям и нежная. И даже какой-то аромат такой приятный. И вот таким образом, раз. Можно работать очень быстро, только осторожно. Если нож острый, то надо быть внимательным, потому что можно порезать пальчики. Так,
Все. Порезали. Так вот. Ну, я весь не буду вам. Просто вот такие кубики. Не маленькие. Так. Такие кабачки опять. Берем пакетик. Раскрываем. Вот я люблю такие пакетики. Они так быстро. И укладываем. Тут ничего не надо. Тут все чисто. Кабачки просохли. Я их разрезала. И укладываю. Ну, можно, можно их больше. Можно ведь не сразу вот это все бросить в кастрюлю с водой. Можно половину. Они очень хорошо рассыпаются. Остальное сразу опять бросить в морозилку. Ой, вы знаете, кабачки, я вам советую, чтобы не выбрасывать, возьмите, купите морозилку и наполните ее даже кабачками. И вы зимой просто никогда не умрете с голода. Ох, как люблю перцы морозить. Вот тоже промыла. О, такой красавец. И вот так вот. Раз. Даже не убираю семена. Видите? Промыла и все. И режу вот такими кольцами. Видите? Но вот это, вот видите, вот тут семян нет. Но вот здесь очень много семян. Посмотрите. Очень много семян. И ее... Можно эти семена вот так удалить у самого. Вот так. Раз, два, три, четыре. И вот видите как. Раз. И семенную камеру мы убрали. А там сколько семян осталось? Это ерунда. Ничего. Все пригодится. И опять же колечками. Я так люблю вот именно кольцами. Вот так. Раз красный. Сюда же можно желтый. Ну, сразу семенную камеру уберу я. Видите, работать надо осторожно, потому что вот все, все убрали, все высыпали и начинаем резать. Раз, два, три, четыре. Вот так вот колечки. Видите, у меня разные колечки. Ну, конечно, здесь не хватает желто-оранжевого. И посмотрите, как красиво. Разные кольца. И красные, и желтые, и оранжевые у вас. О, видите, какая красота. Можно вот так размешать. И тоже. Не обязательно это все в суп. Можно это третью часть, можно это половину. Но вот видите, у нас уже... Продукция скапливается. Так, не забывайте отверстие маленькое сделать. Так, и теперь мы будем резать патиссон. Вот честное слово, знаю, что никто патиссон не замораживал. А вот знаете, вот заморозите патиссончики, да, кусочки, и вот когда вы в суп добавите, у вас такой будет бульон. Ну, такая вкуснота, такая вкуснота. Они, правда, такие крепкие, вот такие патиссончики. Вот такие, посмотрите, какая мякоть, просто белая. И вот и эти патиссончики надо маленькими. Уж надо тут поработать. Маленькие кусочки такие вот, видите, такими кубиками. Раз, два, вот какие красивые. Еще режем. Так, вы посмотрите, какая масса белая. Даже, знаете, вот я вам советую, отрезали так. Это я вот так делаю. Тыкву, кабачки, патиссоны, вот такой кусочек. Вот никто не догадается, что это такое. Подумают, что это дыня намазать медом. И вот так сидеть и кушать. Вы знаете, какие витамины? Я уже не говорю о перце, сколько там витаминов. Вы вот съели там вообще 100 граммов перца, хватает витамина С на целый месяц человеку. Представляете? Не верите точно. В день 3 грамма можно съесть перца сладкого и уже обеспечить дневную норму витамина С. И вот так вот режу. Ну, я вот так порежу. Ой, такой белоснежный. Плотный. Это наша природа, что делает.
Вот так вот все сюда. Патиссончики. Ну, никто не догадается, что это патиссончики. Так, вот они, патиссончики. Это вот хватит на один суп, литра на два. И кабачочки. Вместе их надо. Но добавить, конечно, капусточки. И добавить, конечно, перца. Но и остается, конечно, добавить нам еще зелени. Зелень, вот сельдерей листовой, промыли, вот просушили его, чтобы он не мокрый был, самое главное. Чтобы он, тогда листья как живые будут. А если вы промоете и нашинкуете, и он будет сырой, то он просто как бы замерзнет такой, вот знаете. Поэтому вы можете вот так вот взять и такими большими листьями вот так вот резать. Видите? И стебли. И все. Только все, чтобы чистое было. Самое главное. Вот сельдерей отдельно. Где у нас сельдерей? Так, сейчас сельдерей. Вот так взяли. И посмотрите, как хорошо. Раз. Завязали. Так. Так. Петрушечку. А петрушечку, вот эту, можно с укропчиком. И именно укропчик, семена. Так прежде чем вот это семена взять, вот так, смотрите, какие семена уже зрелые. Вот так вот. Укропу много у меня. Там еще есть. Так, и петрушку. Ну, петрушечка вообще нежная. Когда ее добавляешь в суп, она такая ажурная, она такая красивая. Ну, прямо так и просится в суп тоже заморозиться. У нас еще и морковь, у нас еще и горох есть. У нас много кое-что еще. Вот, зелень, да, побольше зелени можно добавить. Ну, зелени, конечно, столько в суп не надо. Вот это, например, на 5 супов достаточно. Щепотку берете, вот так обязательно надо вот так прихлеть, чтобы укропчик, семена укропчика размешались с петрушкой. Итак. Ну и последнее, дорогие огородники. Я замораживаю вот такие помидорчики, черри. Можно их целиком, а можно их просто вот так порезать. Смотрите. Вот так порезать. Ну, можно и порезать, можно и целиком. Но когда вы режете, тут какая-то часть сока уходит. Поэтому вот такие маленькие и еще меньше. Можно их просто целиком. Они очень хорошо замораживаются и очень вкусные в супу. Или там будете тушить что-то. Помидорчики обязательно добавлять, потому что очень вкусно получается. Они очень хорошо замораживаются. И прямо берете целиком вот такие маленькие помидорчики. Большие помидорчики можно резать на 4 части. И тоже замораживать. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Ура! Уже смотреть на это приятно, да? А 100 раз по 8 и полный холодильник. С вами была Октябрина Ганечкина. До свидания. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни. И готовьте, готовьте побольше на зиму всего. Спонсор рубрики – сеть магазинов «Все сам плюс». Аксессуары и запчасти для бытовой техники. Добрый день, дорогие зрители! Закончились новогодние праздники. Мы с вами отметили Рождество, Старый Новый год, Новый год. Что, конечно же, не могло не сказаться на нашей бытовой технике. Большое количество застолий – это нагрузка на холодильники, стиральные машины, блендеры, миксеры, микроволновки. Что делать, если техника вышла из строя, сейчас мы вам расскажем. Во время подготовки новогоднего стола мы делаем достаточно много блюд. Для этого мы используем мясорубки. Техника может выйти из строя.
Из-за большой нагрузки нож может затупиться или сломаться. Заменить его нет никаких проблем. В нашем магазине большой ассортимент. Например, вот этот стоит 250 рублей. Во время замены ножа рекомендуют менять и решетку, так как это два режущих блока. При замене двух элементов мясорубка будет работать эффективнее. У нас достаточно большой выбор решеток. Например, вот эта вот универсальная подходит ко многим моделям и стоит всего 300 рублей. Также для удобства вы можете приобрести сразу комплект – нож и решетку. Их у нас несколько видов. Например, вот этот стоит 480 рублей. В мясорубке также могут сломаться и другие элементы. Например, шестеренки, втулки, шнек. Если что-то вышло из строя, приходите. У нас большой выбор запчастей на мясорубке. Во время готовки мы часто используем микроволновую печь. Случается так, что бьют с тарелки. Заменить их нет никакого труда, у нас достаточно большой ассортимент. Цены начинаются от 399 рублей. В микроволновке может повредиться слюдяная пластина. Это происходит из-за того, что вы включили ее в холостую, либо поставили что-либо металлическое. Заменить ее несложно, тем более можно вырезать по размеру своей старой слюдяной пластины. В вашей микроволновке могут выйти из строя такие комплектующие, как, например, двигатель поддона, магнетрон, ну и всяческие предохранители. Если это произошло, приходите к нам, и вы подберете нужную для вас запчасть. В новогодние праздники мы, конечно же, часто используем холодильник. И в нем, как и в любой бытовой технике, есть свои слабые места. Например, если перегрузить полки или барьеры, они могут сломаться. Чаще всего из строя выходят именно такие балконы. У нас большой ассортимент этих комплектующих на разные модели холодильников. Например, этот стоит 350 рублей. При частом использовании морозильной камеры панель в них недолговечна. Заменить нету никакого труда данную панель. Приобрести можете у нас, стоит она 400 рублей. Затяжные новогодние праздники – это, конечно же, много стирки. Стиральная машина используется очень часто, поэтому она может выйти из строя. Если ваша машина перестала греть воду, значит, это ТЭН. Если перестала сливать ее, то это насос. У нас большой выбор комплектующих для стиральных машин, поэтому если что-то у вас сломалось, приходите, мы подберем для вас запчасть для любой стиральной машины. Сегодня вы узнали, если в вашей стиральной машине сломался ТЭН, либо ваша мясорубка вышла из строя, то не надо задумываться о новой покупке. Все это можно подчинить. В следующей нашей программе мы обязательно выберем для вас новую актуальную тему и расскажем, как подчинить технику и сэкономить. До новых встреч! Все сам плюс. Все для здоровья бытовой техники. Ящики, полки для холодильников, ремни и тены для стиральных машин, тарелки и магнитроны для СВЧ-печей, зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей. Гагарина 8, Молодогвардейцев 48А, Победы и Молодогвардейцев и еще 5 магазинов в городе. Наберите все сам в интернете. В преддверии долгожданных мартовских деньков каждая модница мечтает сменить объемный пуховик, шубу или дубленку на облегченный вариант весенней курточки или элегантного пальто. В трендах грядущей весны в женской коллекции можно выделить оригинальные тренчи. Существенным их отличием от предыдущих трендов стала их длина. Это классика жанра, которая выглядит сдержанно и элегантно. Новинки весны будут иметь свои акценты. К примеру, спущенные плечи в сочетании с заниженной проймой, крупные накладные карманы и яркий цвет в сочетании с принтом в виде клетки. Дополнение в виде пояса веревки и принта – гусиная лапка. Любимая молодежная верхняя одежда весны 2020 года – это, конечно же, джинсовые курточки, которые присутствуют не только в женской коллекции, в тренде варенка, винтажный стиль, оверсайз, удлиненные фасоны и комбинированные модели. Поэтому выбрать модную куртку из денима сможет любой покупатель, независимо от статуса и образа жизни. Если рассматривать цветовую гамму подростковой одежды, то она не имеет ограничений по цвету и стилистике орнаментов. Ведь в весенний период возможно все. И хотя частенько молодые люди тянутся к темным оттенкам, дизайнеры предлагают вещи для подростков в светлых и насыщенных оттенках, оригинальных флористических принтах и рекомендуют выбирать одежду с надписями, рисунками, модным декором.
Весна зовет. Встречайте ее стильно вместе с Ахара. Магазин верхней одежды Ахара представляет супермодную весеннюю коллекцию 2020. Куртки, ветровки, плащи. Многообразие моделей для всей семьи. Приемлемые цены. Здесь есть даже рассрочка от сервиса Рева Технологии. Идем в Ахара по адресам. Проспект Победы 163 напротив Теплотеха. Проспект Ленина 71 у Алого Поля. ТРК «Космос» – второй этаж. А также магазин Snow Image в ТРК «Алмаз». Ахара. Переодевайся в весну. Ценители современной поэзии знают Владимира Гинтера как автора философских рассказов, двухстиший и эпиграмм, а также лирических произведений. Литературным творчеством Владимир Оттович увлекается давно, а с прошлого года, после учебы в Институте культуры, на курсе у профессора Нины Ягодинцевой, секретаря Союза писателей России, это увлечение стало профессиональным. В этом году автор получил золотые медали сразу двух литературных конкурсов. Но в том году были два конкурса, это 125 лет Маяковского и 220 лет Пушкина. Свои произведения именно по тематикам я туда и туда отправил. Честно, я думал, буду просто номинант. Ну, видимо, что-то людей задело, да. Одну медаль получал в Доме Союза Российских Писателей, вторую медаль получал в Доме Правительства. Любить как можно тише, сын, старайся, ведь предают нас, помни, втихаря. С хитринкой плыть по жизни не пытайся, жизнь постигай любви благодаря. Грех греху рознь, так выбирай тот рай, где грех дает нам радость, наслаждение. Но помни, не только лучше знай, всему есть в мире мера, Божье убеждение. Я уже давно понял технологию, и благодаря Ягодинцевой Нине Александровне. Вот что-то делаешь, да, не получается. Вот брось, я 100% знаю, что потом буду перечитывать, без всяких затруднений придет та мысль, которую я не могу напрячь вот в данный момент. Если я беру, по новой перечитываю, у меня 5% это исправление идет. Просто вот сам удивляюсь, а почему это именно так рифма не пошла. Еще самое интересное, ты каждый день, да, что-то читаешь, ну, 2 часа это минимум, что-то новое познаешь, да, иногда и 6 часов. Естественно, ты когда перечитываешь старые книги, у тебя мысли-то уже абсолютно по-другому. Ты опять чего-то напитался, и ты уже не согласен с той мыслью, которую ты уже запечатал там в стих или в афоризм. Круг интересов и сферы деятельности Владимира Оттовича широки и масштабны. В 2018 году открылся памятник жертвам политических репрессий в городе Копейске. В этом проекте он участвовал не только как депутат и общественник. В том году мы Союзом предпринимателей под руководством генерального директора компании «Сигма» Махровым Александром Евгеньевичем в том году открыли памятник репрессированным. Но открыть открыли, нужны были эпитафии. Их было 3 на этом памятнике. 1 Ахматовой и 2 мы уже как бы... Но чтобы выбрать 2 эпитафии, мне пришлось написать, наверное, их 3. На костях рай заветный безумством рождался, кости всюду лежат, рай в мечтах лишь остался. Сбудоражена память безумием этим, как же мы объясним те репрессии детям? Обреченный ГУЛАГ выбор свой предлагал, или голод и холод, или трудом убивал. Сухая статистика, личности нет, лишь мистика страха безумством ответ. Любую эпитафию ты вначале прокручиваешь в голове, да, как это все происходило, сопоставляешь то, что ты знал чуть позже, то, что знаешь сейчас, проводишь какие-то параллели, ну и понимая, что миром правят 2 вещи, это страх и любовь, основанная на свободе, то есть пытаешься внести какую-то частичку, да, в развитие нашей России, чтобы эти вещи больше не повторялись. Как за границей все произрастает, какие запахи там флора набирает. В их мире не природа, дар земной, в нем каждый дышит сердцем и душой. Смотрю на наши села, города, все как-то криво, скучно и уныло, и грусть съедает душу и тоска, как все же бесхозяйственность постыла. Вот клен валежнику подстать, кому ж густую прядь убрать, кустарникам подрезки нет, растут бурьяном и в разброс. Какой же трудится эстет, с кого спросить? Вот в чем вопрос. Глушь заросли порочат очи дом,
Как жаль, что вместо рая чудной флоры, о коих с гордостью с рождения поем, так сильно заросли родимые просторы. И почему не заменить их тополями без пышных пуховых даров, что радует людей вполне веками, или ивой в благолепии шаров? А как дубы, каштаны, сосны, ели? Кому же их красоты надоели? Я ясно помню смуты времена, в озеленении нуждалась вся страна. Тогда и флору черенками натыкали, как и везде успех апортовали. План пятилетки выполнен досрочно, эффект уныло виделся ж побочно. Мы творчеством не славились тогда, всего хотелось быстро, получалось как всегда. О красоте же просто не мечтали, бездумные советы тупо выполняли. Пришла пора ошибки выправлять, державу от безвкусицы спасать. Я как бы с самого детства, да, как бы понимал, что что-то много не то идет. Вообще, ну просто понимал. И в 10 лет, и в 15, и в 20, и в армии, и после армии я понимал, что-то не то происходит. То есть, в общем, какой-то туман. Мир несовершенен, да? Мир несовершенен, много обмана, говорят одно, делают другое, все на самом деле еще и третье. Да? А потом, когда вот этот занавес проржавел, я еще помню, когда у меня сестра старшая приезжала из Венгрии, ГДР, Румыния, блин. Думаю, почему у них все по-другому? Вещи другие, все, все другое. Там, это. Потом, когда стало все вымываться, вот у меня на глазах, да, скажем так, в столичных городах советское время, ну, я в 82-84 году, ну, не секрет, я в отпуск ездил в Москву за товаром, за продуктами и так далее, потому что здесь, кроме как с черного хода, ничего не возьмешь. Тоже я думал, что это неправильно. Страна большая, вроде, говорим, самая обеспеченная, на самом деле элементарного там кофе нет, элементарных там фруктов нет хороших. Если есть, то гнилые, бешеные очереди. Ну, то есть много... Много непонятного, да. Потом, когда занавес открылся, когда, не знаю, я этот ветер перемен сразу почувствовал, как-то я лет 5 без выходных, без отпусков. И я никогда не уставал, это мне давало энергию. Работал. Ну, естественно, мне энергию давало это то, что я всю жизнь занимался ландшафтным дизайном. Лет 30 я все время что-то сажал, что-то высаживал. Какие-то вещи, камни, коряги, вот это все. Потом, когда ваяешь, в это время к тебе приходит бизнес-идея, когда ты делаешь, скажем так, первое время грядки необычные. Сейчас ротарии, различные альпийские горки. Это все дает, в общем, энергию, обратную связь. И в бизнесе хорошо, и думается лучше, и читается хорошо. Руководящая работа и политическая деятельность подталкивает на создание философских и сатирических произведений, в то время как любимый ландшафтный дизайн, семья и близкие вдохновляют на лирику. Это стихотворение, посвященное моей жене. Как бы написал за утро, спонтанно, не подумал, что так. Мне оно нравится, понравилось, и, в общем-то, и номинации. В твоих лазурно-сказочных глазах я б с упоением тонул или терялся. А может быть, в дыхании твоем, как воздух, безмятежно растворялся. По сути, я российский пилигрим. В натуре весельчак и моногамен, мне не важна косметика и грим. Я чувственностью слова к тебе славен. Рисуя образно загадочный эскиз и дальше в путешествие пускался. По бархатному стану, словно сказки вниз, и через нежность к бедрам прикасался. И ради мной любимых стройных ног я с ними бы в гармонии сливался, хватая в тишине любви глоток, я святостью бы это упивался. Но ненадолго. Я не батюшка, не бог, а искуситель. Словно гадкий змей, но не мучитель, я бы с умилением бы снова поднимался и синусоиду любви. Я бы в мыслях повторял, в нее нырял и, поднимаясь, опускался. И вновь в твоих магических глазах, всем сердцем погружаясь, наслаждался. В конце концов, все имя Настя прошептал, да так, что сам Господь на небесах на радость нам бы скупо улыбался.